Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Фликс, Тубро Енотка. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника», карта Minecraft FNAF. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем веселиться и угорать, поднимать вам настроение. А в этой карте есть двери? Да, есть. Есть, отлично, я просто проверил, убиваете? Будем начинать выживать, пацаны. Можете использовать даже какую-то оружку чисто для того, чтобы подгонять, но основное это ваше, это маски. Если кто без маски и будет вне офиса с открытой дверью, я буду мочить. Вам слышно эти звуки? Да, криповые звуки. А вот такие, представьте, вот такой челик идет. Давайте немножко изучим эту карту. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и скоро на канале 1 миллион подписчиков. Так что помогите мне добить до миллиона. Осталось 90 с чем-то тысяч. Так, здесь у нас что? По классике туалеты, которых нет. Если заходишь в туалет, придется на полы сходить. Это громко топает. Этот громко тоже топает. А, они все громко топают. О-о-о. Бэйби вообще мочит. Без маски. Без маски убиваю сразу. Так, давайте не, ну, возьмем говорящих, чтобы их попугать. Я выключился. Кончилась энергия. Давайте немножко ПРПшим. Ой. Надо не двигаться, вот так вот. Вот так, вот так я был. Надо нажать кнопку, чтобы меня включить. Можете и не включать. Отлично. Все в масках, вот молодцы. Сыти? Я тоже. Я су. Да что, у меня батарея слабая, а? Стою, замер. Заряжается аккумулятор. Просто аккумулятор от Nokia старый. Быстро разряжается. На полдня даже не хватает. Настроение, как всегда, очень крутое. А, подождите. У меня же есть другой режим. Я даже могу прыгать. Кто бы знал, что аниматроники могут прыгать. Двойной прыжок есть даже. Опа. Ты меня увидел, да? Хорошо, хорошо, они меня сильно очень палят. Вообще бесшумно ходит. Ой, прикольные звуки издает. Чего вы никто не выходите, боитесь? А мои ноги торчат туда? За карты, не? О, вижу, выбежал челик, стой! Стой, 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 стой! Я же говорю, стой. От меня еще никто не убегал. Так, у нас еще есть вот такие аниматроники. Они тоже болтают. Он такой добрый. Пока мне что. Потому что у него есть два режима, который будет злой. Вам слышно? Без маски. Ну блин, я не успею. А, у меня же добрый режим. О, злой режим. Ой, что-то у меня это подоткинулась голова. Я знаю, ты хотел заморозка меня лупануть. Я видел это оружие. Без маски нельзя стоять. У нас вот такой еще есть. Этот вообще трешовый. На всю карту, да, наверное, этот звук копыт издается? Да. В маске, вижу, вижу, вижу. А, без маски! Без маски нельзя. Ай. Только в маске или в своем кабинете можете. Закрытом. О, молодец. Сегодня у нас все очень хорошо отыгрывает. РП. Вот молодец, успел закрыть. Что я делаю? Эй! Ты стреляешь оружием читерским, без маски, без маски! Нельзя. О, это читерское. Да, да, ты знаешь, да, этого аниматроника Горбатого? Классные дистурки.
Тискурки. Текстурки. Очень круто сделаны. О, я сюда еще не ходил. Так, надо какого-то взять классного, который умеет болтать. А, я слышу. Так, так, так. Так, классный, это вообще добрый. Просто иду себе гуляю. А я еще не про... О, проходит. Прикольно, что скин сделан ниже. Так, иду к охраннику. Я знаю, как вас обмануть. Я сейчас возьму аниматроника, который может вставать невидимый. Тогда будет более интереснее. Ну ты чё-то... А чё? Без маски нельзя. Ай. Только в маске. Включаем видимость. Сколько у вас там охранников? Вы что, каждые 5 минут на работу принимают? Я же устал убивать. Вы что там? Потом... Опа, вижу, вижу, вижу. Прощай. Отлично. Я знаю, этим оружием, если ты попадешь, я сразу умру. Ну что надо сделать? Что надо попасть? А попасть не так уж и легко. Так, так, так. О, это открывается штука? Блин, я думал, она открывается. Давайте сделаем засаду охранникам. Пацаны, вы где? Кыш, кыш, кыш. Вижу, 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 с читерским оружием ходит. Упс, упс, упс. Ты чё с мачете бегаешь и убежал? Ой. Нельзя без маски, только с маской. Ай. Так, хорошо, давайте я вам сделаю так, чтобы было меня слышно. Тут уже ножи бросает. Это звуки конченые издаю. Так. О! Давайте немножечко потроллим их. Так. А вы знаете, я могу вашу дверь открыть? Мысли. А ну сейчас. Не, не могу. Я обознался. А, могу! Чего? А! Ты так легко меня убил? Как будто я ничтожество. Или это оружие у тебя читерское? Хорошо. Ты разозлил моего брата. Я зову своего... Это, соседа позвал. Прикольно, когда заходит, разворачивается. Угадайте, кого я позвал. Я иду. Он слева. Нельзя, нельзя. Я буду ходить и угорать. Другой режим. И звуки уже зомби. О, что тут-то? Кнопка, а что эта кнопка делает? Свет отключает? Включай. Я не знаю, я нажимал, ничего не делал. Прикольно? Вау. Вот это у него заведенный механизм. Мне нравится, как он ходит. Анимация крутецкая. Ага. Я хочу вас выследить. Без маски. Кстати, убивает беззвучно, вы заметили? Звука никакого нет. Просто три трупа. Классный пилпак, мне он очень нравится. Я уверен, это тоже классно болтает. В маске, вижу. Я знаю эту музыку. Фредди обычно создает. Ой, классная анимация, вообще мне нравится. Так, это свой. Фредька. Фредька младший. Фредька старший идет на проверку. А! Ты чё таким стреляешь мощным? Нельзя, Фредька делает обход по карте. Меня нельзя убивать. О, на правую кнопку мыши можно звуки издавать с этого пилпака. Не? Свой? Чужой? Не боится меня, значит свой. Чужой бы убежал.
Так, а где остальные? Нас же четверо, еще трое. Вижу, бежит, бежит без маски. Стой! Стой! А так что можно? А значит, дверь убивает? Да дверь убивает мощного аниматроника, которого в 10 тысяч жизней калиткой прибило. Ой, господи. Ну чё, теперь я позвал последнего своего мощного брата. Кто обидел моего кентуху? Иди сюда. Все, давайте, у вас по одной жизни. Если я кого-то убью, он больше не возрождается. Слышь, ты где? Не успел маску взять. Отлично. Так, я могу как-то открыть, я знаю эту дверь. Если нажимать тут как-то Е правильно, она открывается. Но я не могу нажать эту Е. О! Ух ты! Сразу троих убил. Ну чё, пацаны, аниматроники победили. Знаете, кто победил? Победила дружба. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Виктор Кошак, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Давно не было, что мы с Кошаком выживаем, а Серега нас будет пугать. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Серега, ну покажи, что ты можешь. Ну, как обычно, просто мочить. Да так неинтересно, ну ладно. Мне показывать не надо. Утимочный. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, мне очень приятно. Всем рады. Так, давай проверим, кибитка наша работает. Блин, дверь на наружу открывается, это тупо. Так, с фонариком более или менее еще, так вообще плохо видно. Так, Кошак, давай какие-то меры предпринимать. Что будем делать? Два ловушек ему наставим. Да-да-да. Чтобы не правда вообще обнаглевший. Тип, давно мы... Давай на Серега вообще поиздеваемся сегодня. Серега, ты готов? Я над вами еще как поиздеваюсь. Не-не-не, вот сейчас мы будем прикалываться над тобой. Так, я вам поприкалываюсь. Сейчас. Ну это какой-то западло ему такое жесткое придумать. Когда я в кибитке, ты меня убивать не можешь. Да. Понял, да? А то я боюсь, потому что это единственное место, где ты... А, если на дверь поставлю бомбу, она взорвется. Так, я слышу, это какие-то звуки конченые издает кто-то. Я отсюда его вижу. А, его видно отсюда? Старый пень идет, вон он. Серега, на расстоянии убивать нельзя, только в притирку. Ну это само собой. Да, я тебе просто кажу. Это ты такой звук издаешь? Да. Ползет. Так в тени голова прикольно у тебя появляется. Давай, иди. Ползи, давай. Заходи на Кошак, он тебя убьет или нет? Он же может резко прыгнуть. Или это не у этого, я не помню, какой аниматроник новый там. Взрывай бомбу! Ему все равно. Взрывай! Бум, двойной взрыв. Его к потолку подкинул, он дальше лезет. Серега, мы тебя не боимся. Хотя чуть-чуть я боюсь. А что мы здесь? Давай. Сюда идет. А он не может дверь открыть. А, ну раз он может эту дверь открывать, я тогда смогу именно в этой местности админский пистолет использовать. Так, на всякий случай. Предохранительный вариант. Чтоб никто сюда не заходил. Он полез, сейчас на ловушку нарвет. А там ловушки твои стоят? Да, и твои тоже. А, ну да. Я не ставил там ловушки. Я уже взорвалась. Почему они не взрывают? Я не знаю, может он телепортировал? Ах ты говно! Давай, закидывай все тут, в этом доме. Давай, это уконченные звуки издает, да? Ого! Смешно. Я даже вас убивать не пришлось, вы сами себя убили. Да это нечестно, а мы поддавали специально. Так, ну нафиг, валим. Калитка, открывайся. Да кто там под ногами валяется? А, это Мишка отлетел. Это Фредюшкин, давай его с нами. Давай, это счастливый медведь. Да что он там ножи точит или чё? Серега, что там точишь? Он подскальзывается, наверное. Пол недавно помыть. Чё ты это заглядываешь? Чё, попробуешь зайти, не? Я наполовину внутри уже. Пока. Если ты... Половина, это уже ты, всё. Нельзя заходить в ту будку, сразу мочим. Так, давай что-то еще ему. Давай. Сейчас у меня есть еще пару идей. Так вот, значит, как ты. Да, заговорил. А я с тобой по-хорошему хотел. А, давай, давай. У меня появилась идея, Дим. Какая? С этими порталами, смотри. Он же всегда вот здесь ходит, да? Ты ставишь один портал здесь, а другой там. Ой! Калитка конченая, не закрывается. Калитка не закрывается! Да блин, да что?
Кто-то калитку заел. А это из-за портала. Блин. Нет. А, не работает. Да, умные люди бы так не сделали. Я знаю, что надо сделать. Надо здесь поставить один портал. И один вот здесь вот. И мы можем стрелять просто по нему. А, видишь, калитка... А ну-ка, стрельни. А чуть-чуть подальше надо, чуть-чуть. А ну. Да, попадаешь, попадаешь. Вот так можно мочить его. Все отлично. Так что отлично, не работает? Плохо, отлично. Давай как-то в другом месте может его поставить. Может вот здесь его поставить. Блин, а там мы не будем попадать. Здесь где-то. Там... Сзади, сзади, Димас, он идет. Я иду сам, не могу попасть. Ай-яй-яй. Не добежал. Он меня что, притягивает, что ли? Наверное. У него карманное черное очко. У него просто черное очко. Дверь, закрывайся. Мишка, ты именно вообще мочишь. Мы тебя на верхнюю полку кинем. О, все. Так, где он ходит? Свет выключили по всей пиццерии, короче. За неуплату. Эй, он там, вали! Ай! Калитка! Ай! Да я не могу никак привыкнуть, что калитка вовнутрь открывается. Это он разогнался там до гиперускорения, поэтому калитка. Так, он куда-то убежал. Оп, теперь мы видим. Кошак, ну что, он там есть? Я его где-то слышу. Ну не вижу, да? Не вижу, да. А ну-ка. Ага, дирижабль. Ха-ха-ха, я к кварталу удалил. Вон он стоит. Я вижу, я вижу. Бежит, кошак, бежит. Прощай, ты был хорошим человеком. Ушел, ушел. Пополз даже. Возвращается. Выполз, выполз. Так, 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 я слышу его, он ходит там. Он в этой вентиляции убежал. Заходи. Открой дверь, открой. Да заходи. А, ну что ж ты сделал? Впустил его в нашу будку. Двери. Ловит момент. Молодец, Серега. Молодец. Смейся, смейся, давай. В этот раз я не буду щелкать клювом. А губами буду щелкать. Так, давай что-нибудь повеселее, что ли, возьмем, я не знаю. О! Сейчас, сейчас, сейчас. Исходя из опыта прошлого, его, по-моему, ничего не берет, кроме я. Берет, берет. Так, он идет. Я вижу, по коридору приближается Чика. Чё там стоишь? Лежишь. Упало. А, наш на расстоянии не может убивать. Ого. Ах ты засранец со своим нитроглицерином. А чё, нормальное оружие? Я не знал, что можно сразу сейчас создателям. Сейчас кто-то фигуру разозлит. Да ничего её не разозлит. Так что, знаешь, как можно создателя мочить? Неплохо. Надо тоже такое. Блин, да, а чё? Там что такое мощное? Карма, карма. Настигла нас. Дай я хоть зайду в кибитку новую. Ну нафиг. Ха-ха, вы успели. Так, так, лежит, полы мой. Давай, мой новые полы. Ну чё, просто без движения, давай. План, наверное, подготавливали. Перезарядка системы. Я хочу вот это ему дать. Что? Это мячик или... Ой! А, ой! Не-не-не, я его деактивировал. Еще рано. Ходит, ходит, смотрит в окно нам. Да как ты это сделал, жопа? Да как через калитку новую? У вас дырка в калитке. На пендале. Я побежал. Серега, давай мы на тебя охоту откроем. Все, я прячусь. Давай, короче, у нас админский пистолет, и просто попробуем, за сколько времени кто кого обманет. Кошак, ты готов? Да, я готов. Все, начинается охота на Серегу. Фонарик надо выключить, чтобы не палиться.
О, как он нас пугает, прикольно, да? Он же невидим, да, может? Да, все возможности аниматроника он может использовать. Я его слышу. А, он же может на расстоянии нас убить эти новыми. Заметно, да. Я буду за тебя мстить. Он где-то рядом. Ой, хорошо. Отлично, конечно, много патронов потратил, но мы это сделали. Охранники победили. Или нет? Нет. Ха-ха, чего ты взял? Давай последний раунд. Опять... Он где-то... Он здесь где-то, он здесь, я его видел. Я его лапы вижу, черная. Да ну как? Аниматроники победили. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, по местам? Да. Так, давай, ого, ты видишь, как он быстро бегать может? Аж ветер пошел. Бесплатные пирожки раздают. Так, Диман, закрываем все калитки сразу. Так, закрываем. А вот эту верхнюю можно закрыть? Давай посмотрим. Можно, можно. Ох, так вообще шикарно. Только тут очень жарко будет, и мы вспотеем. Так, а эту можно? Опа, смотри, уже балун бы пришел. Все работает. Так, балунбой, до свидания. Своим шариком вонючим пришел. Ага, продает шарики нам. Так, два. О, смотри, лезет, красава. Ползет? Да, ползет. Дай на него посмотреть. Видео. Смотри, красава какой, прощай. Давай. Я ему пальцы прихлопнул. Вижу. А как так? Нормально, ребята, Серега, прищемили. Серега, нормальная озвучка, хорошая. Кстати, Серега, тебе надо быть актером, поприщемили у него палец сам. По озвучке. Так, значит, в фильмах, короче, причемили пальцы. Зовем Серегу. Профессионал просто. У него микрофон... Опа, подожди, тут мангл, я перепутал. Прощай, голову отщемил. Да. Димас, ты сегодня это, убиваешь... Убийца аниматроника. Да? Кстати, дверь уж можно убить, да? А ну, пролазь, я тебя прищемлю. На. Дверьми прибивать. Смотри! Да как он пролез? Димас, боги! 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 Я его закрыл. Так. Так, прячемся. Ого, я ж дернулся. Нормально. Так, я тут в каком-то офигенном месте. Тут. Там марионетка была. Так. Димон, я иду к тебе. А где ты? А, красные глаза бегут. А, марионетка, Димас, быстрее в хату. Блин, я ее не видел, она какая-то очень стрёмная. Так, хорошо. Сейчас мы кое-что сделаем. Сделаем так, чтобы вас заглючило. Получилось? Так. Да, нет. Все, я здесь. Так, охранники на месте. Опа-на, я слышу Фредди, он ржет над нами. Какой-то стрёмный голос. Так, а здесь нарисован клоун, и он смеется. Смотри. Так, сейчас мы возьмем оружие. А, ты уже хочешь нападать на них? Оп. А, это и есть твое оружие. Ну да, буду ныкаться. Прикольно. Да, я тоже такое возьму. О. Нормально? Четко. Не идет хоть? Открывай. Эй, мужики, выходите. Димас, закрывай! Ты без маски ходишь. А вот с маской. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела? Бонни, откуда вы здесь? А? Тут никого нет, уходите. Опа, есть? Опа. А я иду, иду пацанов убивать. Так, а я иду в пиццерию. Здрасте. На сцену. Это жесть. Да. Вы расходились? Смотри, сколько их тут ходит, как у себя дома. Ой. Так и есть. А так, что вы у себя, это мы у себя дома. Кстати, ты видел, Дима, здесь офигенные есть картины? Эх, жесть, убил меня. Это... Там, кстати, наши родственники. Прадедушка Фредди есть. Фокси, пират, Чика, просто сейчас Чика, я приду. Бонни, гитарист. Тихо. Фредди, тихо. Вокалист. О, Димас, так это рок-группа получается. Это самые лучшие звезды. Фокси на барабанах, Чика на посуде, Бонни на гитаре. Фредди... поет. Фредди на микрофоне. Да. Все сходит, смотри, какой страшный челик. Ой. А вот это вот, это Фантайм Фокси или как? Блин, я маску забыл взять. Так. Какие-то злые они очень сегодня. Здравствуйте. Так, Димон. На него светить надо, когда он... И он начинает ржать, как дурачок? Да, когда он слишком офигевший, на него надо светить. А когда он успокаивается, на него наоборот нельзя светить, потому что он кусает потом. Понял, Димон, открой мне. Я же в Фантайм Фокси играл, это я шарю.
Открой мне левую дверь. Ой, правую. Правую? Открываю. Давай. А, подожди, я же могу вроде сам открывать, не? Ну да. Я не знаю. А что ты не поп... А как так-то? Это что, был даблкил? А, он сзади вылез. С вентиляции вылез на крысу. Так, а сзади мы не можем закрываться. Ну да, большая крыса прилезла. Кстати, Димас, в общем, потом покажем подписчикам. Здесь есть прикол сзади вот этой пиццерии. Там какая-то пасхалка есть. Ну там нажимаешь кнопку, и все черное, мы уже показывали. Ну и там вылезают какие-то трубы из стен. Да-да-да, мы показывали. Ну нажмем еще раз. Надо будет еще показать, а то мы давно не показывали. Ну да. Так, уходи отсюда. Я свой. Слышу страшные звуки, Димас. Они реально всю карту тут заорали. Да отвали от меня. Сейчас, Димончик, сейчас, надо обмануть его. Давай с другой стороны, Димас. Кстати, скримеры классные сделали, Димон. Лучше, чем было. Я видел, скример поменяли на кошмарном Бонни из части какой-то. И на других тоже. Вот это они шумят там громко. Знаешь, на какой части? Сейчас скажу, где поменяли. FNAF 4, Хэллоуин, Пилпак, вот Джеко Бонни. Вот на нем скример поменяли. Смотри, кто пришел. Ой, добрый день. Дай ему пострача. Я под стол. Под столом, кстати, написано Ultimate Custom Night, Димас, смотри. Да? О, круто. Да, прочитай. Четко. Фонариком ему по ногам свети, не знаю, к чему это приведет. Давай, Димас, на прогиб его руку ломай. Я ему по голове буду ногами прыгать. Бей его, бей его. Надо было ему ногой треснуть разок, вот так вот. Смотри, провалился. А ну иди сюда, жопа. Блин. Не нравится, когда ему по голове прыгают. Мы в жопе. Так. Так, Дима, надо что-то придумать, как их замочить. Смотри, кто к нам залез. А он не может залезть, ему стена мешает. А ему жопа не пролазит, здоровая очень. Здоровая сильно? Ага. Объелся, наелся. И все. Так, я слышу какие-то звуки. Как будто чайник кипит. Ну да. Димас что-то не выключил чайник. Ой, я там испугал его немножко. Закрывайся. Так, сверху никого. Там вроде никого не должно быть. Так, Димончик, я тут посижу. Прикольно, ты кого-то убил. Так а зачем он тут лазит? Тут свои пацаны ходят. Так, давай-ка тогда я тоже что-нибудь возьму. Вот такое оружие есть. Но! Ого! Договор подписали. О, Дима, а если я бомбу на двери поставлю, она взорвется, когда открыть? Нифига себе. А что, так можно было? Да отвали ты, вонючка. Говняк. Он гоняется за мной, Димон, помоги. Я только пришел. Отвали. Шипяшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так они читеры, двери открывают. А ну еще раз ставим на двери. Наши двери. А ну, Димончик, что будет, если открыть? Давай на эту тоже поставим. Давай. О. Если бы аниматроников было бы 100 жизней, то они бы умерли, мне Hello. Кажется. Прикольно мы сделали. Смотри. И под эту дверь. О, классно, да? Да я тоже кину бомбу. Прикольно, Димас, прикольно. Че, ждем их? Ходит он среди нас уже! Я вижу тень его! Я взрываю! Угу! У него еще голубые глаза такие красивые. Ребята, ставьте лайкосик за то, что мы с Димоном очень долго держимся. Дабл килл. А нет. У нас получается какая-то битва аниматроников и охранников. Да нет, кстати, они меня пугают иногда, я ж дергаюсь. Смотри, пришел дерево. Блин. А ты был в комнате, где Фредди за мониторами должен сидеть? Иду. Ха, прикольно здесь, кстати, сделано. Камера. О, а тут можно камеру? Димас, что-то тебе не везет, короче. А тебе везет? Ну, пока что да. Теперь я не дам себя убить. Кто здесь? Духи! Димас, аккуратнее, а то меня зацепишь. А где ты? Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в этой комнате, Димон! Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в комнате, ты залипаешь, где камеры? Зашел за угол и сразу выстрелил. Знаешь, как это называется? Да. Называется префайр. Когда ты не видишь и стреляешь заранее. Да, 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 аккуратнее, Димас, только меня не зачисти, пожалуйста.
Стив! Да как? Я же зачищал. Я видел. Я даже пройти не мог. Да я специально там и стрелял, чтобы ты пройти не мог. О, смотри, дабл. Ух, отлично, ребят. 2 килла. Тихо, 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 Дима, я тебя боюсь уже, как ты ходишь. Я в офисе буду сидеть. На тебе. Давай, Димон, иди сюда. Ты пугал меня. Так. Димон, прикрывай меня. Я просто не так понял. Спасибо, Димон, за прикрытие. Классно, в голову пуля залетела. Красавчик. Я знал, что ты можешь. Я просто видел какой-то свет в конце этого. Да, блин, опять этот жлоб меня убил. И думал, надо стрелять туда. Все, Димас, я нашел идеальное место. Ты идешь ко мне? Да. Привет, аниматроник. Ты как там? За иду, углом иду. Сидишь. Ха, получай. Димас, иди, в общем, в главную нашу комнату. Я тебе сейчас покажу тут кое-какой проход офигенный. Можно его оборонять, вообще супер. А, кто-то открыл, да? Нет. Да! Нет! Димас, ты открыл эту штуку! Не открывал! Ого, ребят, смотрите! Пацаны, выживаем! Димас, иди сюда! Каждый сам за себя! Ого! А где ты? А я где вот эта открытая дверь сейчас открылась сзади, понял? А, я уже оттуда убежал. Надо было бежать сюда быстрей. Меня сейчас засосет в этот... В пучину. В мини-игру. Так, я ничего не вижу, короче. Ой, идет черная полоса. А, нашел, вот. Это знаете, как называется мини-игра? Рыбак. Подожди нас там, Димон, сейчас мы придем. О, вижу, вижу Фокси. Пацаны, Фокси, ждите. Пока... Я еще выживаю до последнего. О, ребята, пасхалка. Я тоже. Лефти, мы с тобой остались вдвоем. Подскажи свое последнее слово. Я не уйду работать в пиццерии, потому что я... Так, где мы? Welcome Strange. Welcome to Strange? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в пиццерию FNAF. Какая-то часть, напишите в комментариях, потому что я не знаю. Ну что, Димон, давай покажем эту пиццерию. Классно, она заброшенная получается. Тут какие-то растения, электричество, тут все как-то сверкает. Экран, смотри, прям экран. Офигенно сделал, кстати, разработчик. Да. Так, идем. О, кстати, надо поломать вентиляцию, потом пролезть по ней. Автомат, смотри, Димон, боком лежит. Ну это заброшенная пиццерия, видно, что сломанная очень. Давно я не пользовались, но мне кажется, что это все-таки FNAF 8, не? Не знаю, не знаю. Пусть напишут в комментах. О, так, аниматроники, здесь... их не было, Серега поставил. Красавчик. Молодец. Аниматроники, да. Смотри, какие прикольные автоматы разрисованы. Прям свежа. Кажется, что они, ну. Ну, не сильно они прям подертые, ну, там поржавевшие. Такое. Просто краска, Дима, стойкая, понял? Понял. Корабельная, я понял. Да. Давай сейчас здесь пройдем. О, сюда. О, шкатулка! Вижу там. Так, шкатулку, да, увидели? Кнопки. О, Марине... А ну-ка. Слышишь? Ой, Димас, свет погасил, света нету. Воу, а ну-ка. О, вот здесь. А чё генератор так светится? Не знаю. Прикольно. А подожди, тут еще две кнопки внизу есть. Так, я слышу что-то, ты удары. Нет, я просто нажимаю. Димас, слышишь, что-то металлическое заходило там. О, так, маска лежит марионетки, прикольно, да? Да, прикольно. И там где-то марионетка должна быть. Так, давай так, еще ну здесь пройдем. Это мы все обсмотрели? Ой, это скелет. Смотри, какой газ здесь... тут фигачит. А он дамажит или нет? А, ну, я думал, он дамажит. А он не... Я думал, это как отравленный. Димас, это мы, получается, в каком-то подвале, мне кажется. Нет? Да, как, да, как это... Ломай этот. А ну давай ногой лупанем. О, погнали. О, получилось, давай. О, мы здесь пройдем? Не знаю, давай ломай. Блин, нельзя. А я пролечу. Ой, слышишь? Воу. Димас, что за звуки? Офигеть, камера здесь стоит. Димас, ты слышишь звуки? Мне нравится, классно. Как, может, сюжетка здесь есть? Да, наверное, есть, я не знаю. Так, я ползу. Куда ползу, не знаю. Лечу. Давай, давай, ползи. Давай я с тобой. О, здесь камеры стоят. Ой, опять звуки какие. Может, когда я попадаю на камеру, такой звук? Вот смотри, сейчас попаду на камеру, слушай. Не, Димас, это не от камер зависит. Понял. Это, видать, аниматроники какую-то штуку запустили. На. Ломай.
Чик. Так, я видел, еще там комната есть, где мы еще не были. Давай туда сходим. Пошли. Так, аккуратно, эндоскелета перепрыгивай. Я его боюсь перепрыгивать, кажется, что укусит сейчас за ногу. Ого, здесь прям дерево. Разломаны полы. О, смотри, как круто. А здесь этот, Scrub Baby и Balloon Boy. Здесь еще есть. Вентиляция, Лана? Да. Нет, мы уже там были, Димас, это к этому генератору ведет. А, вижу, вот все туда ведет. Да. Давай дальше пройдем. Ого-го. Смотри. Большая такую пиццерия. Большую комнату для какой-то манглихи, а? Ты манглиха зажралась как-то. Димон, это точно подвал? Трубы, почему здесь так все как-то стрёмно? В каком-то подземелье, нас заперли сюда вообще. Смотри, здесь плюштраб, как будто он устал уже 10 дней без остановки работал. Так мы думаем, бошку скрутили. Он уже отрубился конкретно, ему вообще плохо. Так, давай с нами, охранник. Этот стажер, он охранник немножечко такой. Так, а что у нас дверь закрыта, кстати? Не знаю. Смотри, нас заперли здесь, Димас, мы не можем выйти. Отлично, все. Димон, а что эти кнопки дают? 4 кнопки, смотри. Смотри, одна, получается, дверь закрывает, Димас, одна нерабочая. Не, вот раз. Дверь закрывать здесь, внизу. Димас, вот. А это нерабочие кнопки. Видать, это лифт был какой-то. Да что он там звуки такие стрёмные издает? Вот, это дверь вы закрываете, и такие звуки вообще стрёмные. Монитор страшные. Уже не работает. Так, Димас, здесь аниматроники, они вообще живые или они такие же? О, так смотри, в автоматы можно заходить, это просто текстурки. Димас, я кого-то видел, там кто-то перемещается. Быстрее закрывайте дверь. Быстрее. Там наш остался. Давай, заходи, быстрей. Заходи. Быстрее, беги, забегай. Отлично. Как ракета запускается. О, привет, мы можем наблюдать. Вместо Димона окна здесь такую штуку сделали. Офигеть. Это прикольно, мне нравится. Да, круто. Так, кто там свистит своим чайником? Так, ладно, давай, Димас, я пока пройдусь. О, идет челик, прощай. Блин, я по башке... Так, дверь должна была... Димон, здесь, в этой части, дверью нельзя убить. Я родился. Я, да. А, это ты озвучиваешь, как я родился? Я родился. Это мультик Лунтик. Ага, прикольно сказал. Мне нравится. Так, где-то там бродит очень страшный аниматроник, который хочет нас всех съесть. А мы ему посрочи дадим. Смотри, что я могу. Я могу вот так вот ему... Иди сюда. Через окно в щи. В общем... Так как на этой пиццерии нету никакого номера, то есть она как бы безымянная, назовем ее восьмая. Правильно, Димас, нормально? Да, ты прям хочешь, чтобы пусть будет восьмая. Восьмая. Димас, я здесь тень вижу чью-то. Закрываемся. Есть. Такие звуки, Димас, классные, непривычные. С тобой Балумбой побежал. Да как? Я здесь, Димон, я... Нет, отвали! Нет. Секунд, вонючий. А у меня дамажит, отвали! Беги. Ой, я случайно выналетел. Считерил. У меня, Димас, фонарика нет, придется включить. Ай, жопа моя. У меня фонарика нет, он украл его. Нет, ах ты, воришка. Нет, я убегаю, отстань от меня. Нет. Димас, открывайте двери, я бегу. Давай, быстрей. Не туда. Не туда. Ладно, закрываю пока. Нет. Прощай, так отвали. Отвали от нас, ты, блин, Серега, ты очень мощный мужик. Вот это аниматроник. Есть! Да! Блин! Нет, здесь никого. Уходи! Здесь дверь очень долго закрывается. Я полежу немножко, я устал. Я закрыл, Димас. Вот. Фух. Успел. А чё стола... Серёга, ты стол сожрал? Верни стол новый. Из красного дерева булка сделан был. Красного бамбука. Смотри, Димас, тут проходить теперь можно. Ну, а, Серёга, спасибо. Больше места сделал. Я все кнопки жмякаю. Так, а я ухожу, Димас, ты со мной? Да я тут постою. Вот этого нашего пусти. Заходи, друг. Закрывай. Фух, я теперь боюсь. Серега очень агрессивный. Я прям чувствую эту дверь, она так закрывается, прям вот чувствуешь надежность. Надежность имеется. Ладно, я тогда пойду, вы тут пока сами как-то. Давай. Я пополз. Поползи. Я ползу. Я слышу звуки какие-то. Класс. Тут Димас, иди, я ухожу отсюда. Там такой аниматрон. Это Афтон был. Это был Афтон. Я смотрю, никого нету. Его рука бы чуть-чуть бы дотронулась до меня, бы схватила бы меня. Закрываем. Я убежал. Есть. Я слышу, он где-то здесь.
Да, он в этой вентиляции, Димас. Он и ползет! Быстрее закрывайтесь чем-нибудь! Стулья, я сетки, бегу. Давайте ванную запихнем туда. Надо было калитку сделать тебе фирменную. Димас, из ванны. Уходим, уходим. Может, ему ванна не нравится? Димас, я перед уходом еще дверь закрыл. Красавчик. А так можно? А вот двери-то открывать не убьет, наверное. А мы как откроем теперь? Так, я не знаю, давай сюда, погнали. А мы сейчас, Димас, вот по-умному сделаем. Иди сюда со мной вентиляцию. Пошли. Надеюсь, аниматроники нас не слышат, мы очень далеко. А я иду, иду Димона убивать. Я видел, там лев типа. Димаса отпускать. Страшный там Лефти пробежал. Лефти, ты же добрый! Не-не, он не добрый сегодня. Видать, Димас, это в пиццерии самое... Шкатулка! Музыку, да, слышу. Так, здесь никого. О, интересно, я смогу так сделать или нет сейчас? Вы еще видите меня? Я в конце туннеля, вот. В вентиляции. Посмотрите. За мной. О, Димончик, я отдохну. Так, вентиль... Этот, ванную уберу немножко, хорошо? Давай. Давай-ка я обратно запихну. Пускай там валяется. Что она тут делает вообще? Да-да-да-да-да, закрываемся. Ты будешь калитку делать фирменную? Не, это не я буду делать, это вон. Человечек будет калитку учиться. Слышишь, кто-то тут? Балунбой. Да. А марионеточная эта шкатулка еще не закончилась. Пойду посмотрю. Короче, пойду-ка я, наверное, выключать эту шкатулку. Пошли. А то она надоела мне. Ого, человек дерево! Он, кстати, сюда подходит, в эту, да, пиццерию, реально? Да, он прям... Тоже подходит. Старый пирду! Это человек-мох. Ой, аниматроник-мох какой-то. Человек-мох, надо запомнить. А, он меня чуть не забрал. Ого, тут катуш... Это, сделали калитку бабушкину, Димон. Так, 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 хорошо, я убегаю пока что. Это знаешь, как Дима называется? По твоим чертежам. А, блин, он за мной, открывайте двери, Ты умер? Да. Хорошо, что я не открывал. Он бы убил и нас. Так кто там? Ты в нём возродился, и он умер. Так, я, наверное, тут спрячусь где-нибудь. Ой, смотри, смотри, смотри. А чё ты заглядываешь? Свои челюстями. Ай! Ты... Вот ты меня посрочи вписал. На тебе! А ты чё думал, просто так? А я думал, да, всё отлично будет. Смотри, ученик мой учится калитки делать. Так, все чи. Да-да-да. Это лучший ученик, кстати. Смотрим, как он делает. Ой, так он еще и с кнопками. Ты кнопочный ученик какой-то. Че я сказал? Кнопочный ученик. Так, а игровые автоматы не работают. О, Димас, смотри, как прикольно. Сейчас будет прикольно. Поиграй в автомат. Поиграем, поиграем. Как он тут играется? О, Димас, что ты достал? Вот это махина вообще. Ты кого собрал? На! Ого! Серега, ты чё, живой? А не, Серега на раскорячке сел. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Гордей, Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Вы поставили очень много лайков, и у нас картов на всем. Мы с Серегой охранники, а Кэт Макс и Гордей будут нас пугать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, уходите. Все, вы очень красивы, чересчур, меня жаба давит. Ха-ха, все. Чик. Серега, ну что, ты готов? Еще как. Это очень сложная пиццерия и сложная ночь. Это по счету. Давайте это будет сразу самая сложная. Шестая ночь. Седьмая. 20 на 20. 20 на... Ну, давай 20 на 20. А есть такая, да, что ли? Да, это в ультимейт основная, все на 20. Это выбор сложности. Я понял. Серега, надо нам, короче, сказать, что поубирали. Это у нас под столом паутина какая-то грязная. Ну, уборщики не убирают. Ну, вот, а полы помыли очень хорошо, аж блещит. Я даже вижу себя. А! Слышишь? Димас. Свет включай. А, больно, больно, больно. Уходи. Убирайся. Есть. Ты какой резкий. Ого! Да ладно. И пошел. Красава. Стоит. Прикольные звуки, да, Серега издают? Да-да-да. Стоит, дрожит. Ну нафиг, я боюсь на него смотреть даже. Опа. Щида. Ушел. Нормально все. В
стоит за страницей. А я его люблю, он хороший. Он, кстати, добрый, он не должен сразу убивать. А, не, должен. Я вспомнил. Так, вентиляция открыта. Да что ты шпагаты тут рисуешь, чувак? Опа, опа, опа. Он что-то ворует. Что тебе надо у меня дома? Опа, шкатулка. Да ладно. Ушел. Что-то передумал. Он как-то стрёмно ходит. Он... А что у него ноги не шевелятся? Не знаю. О, Лефти сидит. Все хорошо. Да. Седьмая. О, пошла, пошла, пошла. Не двигайся. А, нельзя. Ну, а еще далеко она. Идет, 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 Серега, стой! Не двигайся. Не двигаюсь. Опа, опа, нюхает. Прям на ухо поет. Услышно, что она вот там вот где-то. Да, да, да. Так, все хорошо, о, Серега. Смотри, Димас, ползет. Кто? Ползет, о, так ты ж дохлый, должен был сгореть. Микросхемы не перегорели. А ну, Серега, кинь ему бомбу одну в живот. Ты смотри, лазишь тут. Да, конечно. Опа, серьезно. Засал, засал. А я уже подготовился взрывать. Ну, пусть его будет. Так, пацаны, мы свои как бы наполовину уже. Опа, опа, спринтрап. А! Я его не вижу. Вот это да. Опа, фонариком. Опа, убежал. Красавчик. А я подарочек им сделаю, Димас. Давай. Если кто вентиляцию залезет. О, это ты правильно делаешь. Давай ловушку им сделаем. Сейчас я такую ловушку замучу. Уйдет. Ну нафиг. А! Да кто умер? Мангл. Убила тебя? Да. Так, я закрыл все. Я открою дверь, пожалуй. Все хорошо. Мы пока тащим. Ага, тащим. По разу уже умерли. Классно тащим. У нас тут подвешен. Опа! А, не лезь сюда, головешка. Смотри, точно седьмая ночь. Да. Ушел. Убирайся. Так. Никому не нужен. Со всех сторон лезут. Вентиляция. А, вентиляцию тут не лезут они. Опа. А, Флора. Стой, не двигайся. Серега, ты двигаешься. Она меня толкает. А, понял. Так, 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 смотри, все пришли. И что делать? Мама. Очки. Я слеп... Я... Нет, не помогло. Меня не убили, отлично. Меня не спалили, Серега, все хорошо. Вы чё такие дерзкие? А ну, смотри, пошёл, смотри. На! Спасибо. Взрывай! А, ушел, вот блин. На! Нормально, пойдет? Еще? Серега, давай еще. Да ладно, я свой! Ушел. На! Вот это жесть! Вот бы в реальном FNAF в оригинале пошел, давали бомбы. Так, так, так. Идет, идет. А он вроде добрый, он ничего не сделает. Но он может превратиться потом в большого. Ой, я вижу себя. Серега, не надо! Да уходи ты отсюда, я тебе скажу фонарик. Отлично. Так, все, ушли? Да. Так, давай, кидай бомбы. Опа, есть. Кидай, 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 Серега. Чтоб больше они не приходили. О, Бенди, ты чего? А чё, он был на всем, что ли? Ты чё его? Ха-ха, его же не было. Чё за кусок Майнкрафт? Опа, нам попалось что-то не то. Давай, Серега, сейчас скоро приду. Ого. Кто это такой? Ой. Фокси, не-не-не-не-не. Я пришел на Фокси на место, он за это меня хочет убить. Нет, помогите. Помогите, я живой, я живой, я живой. Ха-ха-ха-ха, я обманул его. Есть, 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 тащим, тащим. Бил одного. Отлично. Бил, я понял, давай, я понял. Спустимся. Я пока не спрячусь от них. Опа, там кто-то летит уже. Да.
меня съели. Уходи! Это была Скрабэйби. Фух, Серега. Точно, это уже даже, наверное, 8-я ночь. Это не 7-я. Опять не шевелись! Как она взломала дверь? Что за говно? Хацкер. Читер Балора. Смотри, она не рабочая, ты понял? А, поломанная, то есть. Ну да, она не работает. Видишь? Пытается нам дверь сломать там. Ой, Фокси бежит, Серега, прощай! Ого! Ой-ой-ой! Я там кого-то вижу. Открывай двери, Серега, правую. Диппер. Опа, началось. Чё тут смешного-то? Тихо-тихо, не ломайте двери нам. Так, у меня есть тоже пистолет крутецкий. Я не буду так просто терпеть это все. А, меня съели. А как? А я не знаю. Да кадака! Я в вентиляции справа. Да уходи! Есть, Серега. Я нам помог немножко. Да, отлично. Так, так, так. Сейчас мы сделаем кое-что, все будет четко. Я буду мстить. Димас! Что? Серьезно? Нет. Открыл дверь. Я буду мстить всем, это мой друг. Нам всем конец, Дима. Нам не всем конец, мы с тобой останемся живые, идем. Я люблю эту штуку, не знаю что, но на такую крутую какой-то эффект, я прям страшно. Идемте, аниматроники, не убивайте нас, будем выживать вместе. Мы добрые. А! Только бабка лезет. Надо пройти сюда. Отлично. Серега, прощай. Не, мы выживем, нас никто не тронет. А где эта полоска черная? Я ее не вижу. А она сейчас будет. Да-да-да, ждем. Блин, ну пацаны жестко пугали. Ого! А что это было такое? А я заморозил аниматроника. Четко. Все, его теперь тьма поглотит. Все, прощай, аниматроник. Давай, прощай, Серега. Опа. Так, бежим. Угу! А это было раньше? Да. Вот это жесть. Я так дернулся. Да ну зачем так пугать? Вы чего? Давай, аниматроник, прыгай вниз, а мы после тебя. Давай, не сыкай, я так 100 раз сделал. Я обманул, мы прыгать не будем. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой покемон Кэт Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, сегодня мы с Димоном Покемоном будем аниматрониками. И, пацаны, выбирайте сразу от 1 до 5 левел. Какой у вас будет сложность? 4-й. Ой, так вы, конечно, зря выбрали. Ну что, 4-й левел. Мы с Димоном Покемоном. Очень злые аниматроники. И все по местам. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Всё. Димон, ты понимаешь, что мы придется просто их мочить жестко? Да, Димас, я занял свою позицию. Получается, 5-я сложность не выживешь, а 4-я практически выживешь. Так, все, началось, да? Да. Веселье. Хорошо, Димас. Так. Я, кстати, это какая пиццерия? Какого ФНАФа, Димас? Первая. Ох, так я в первый ФНАФ, Димас, прошел. Я знаю, как они тут живут. Проходил и не знает, какой это ФНАФ. Вот ты молодец. Ну, просто тут, знаешь, атмосфера, ну, такая, знаешь. Димас, ты меня видишь? Да, это просто же начало только. Серега, уйди, аниматроник, у нас электричество кончается, уйди отсюда. О, Димон, знаешь, как это получается? Раз они выбрали 4-ю сложность, как бы 4-я ночь. Что там в 4-й ночи было, рассказывай. 4-й ночи? Да. Проснулся Фредди, все аниматроники проснулись, и Фокси уже нападает с часу ночи, где-то так. Так, а у нас только... пол первого. Фокси есть. Я понял. А что ты, Димас, черный тут? А, ну а что я? Ничего, я не нигер. Кстати, вы играли в первый ФНАФ, Серега, с это? Да. Это Макс в левую сторону, короче. Ну, то есть вы знаете, да, как Фредди вас убивать будет? Да.
Макс, я правую сторону, ты левую держишь. Пошел вон, я тебя увидел. Я же так не нападаю. Упс. Застрял. Чё за говно произошло? Закрой дверь вот. Так, так, так. Короче, я вам даю подсказочку. Когда вы клацаете по камерам, то есть вы заходите в планшет, вам нужно в первую очередь закрыть правую дверь, чтобы я вас не убил. Ах вы говнюки в гранатове. Уходи. Взрывайте. А, я понял, тут с опозданием они тпхаются. Уходи, ты электричество нажрёшь. Да чё он тпхается так? Карта маленькая. Я постучал в дверь, они меня не открыли, я пошел. Убийца бежит. Так. Кэт Макс. Все, у вас по три жизни, у Кэт Макса две жизни осталось. Кэт Макс, ну как так-то, а? Димон, это нравится этот аниматроник? О, бабка. Ничего себе. Пошли, 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 пошли. Мужики, открывайте, есть сахар? Сахар есть? Нету сахара, соль есть. О, давай соли. Она не понравится, она большая, она крупная. Давай соль. Мне соль. Нет. Надо. Присолить там пару человек надо. Засолить на зиму. Хорошо. Я пошел. Блин, не тпхаться здесь очень... Ну, неудобно. А ну давай от первого лица попробуем. Может, от первого лица будет круто тпхаться? Ай. Не, все равно не хотят. Ну, то ладно. С каждого пака по-разному тпхается, я уже понял. О, смотри, кто к нам пришел, Кэт Макс. Все, я уже ухожу, у вас дверь закрыли, закрыта. Закрыли. Вы не интересны, ребята. Так, Диман, пусть они немножко откроют калитки. Ого, кидаются. Вы смотри, какие наглые. Подарочек. Они мощные, ребята. Гостиниц на Новый год. Прошедший Новый год. Ооо! Есть! Есть! Красава, Димончик, молодец! Ребята, ставьте лайк за РП! Или не РП, Диман? Я сначала шел, потом начал ускоряться, они не успели закрыть к этому моменту. Красава, ну ты медленный чувак. Я вот так вот шел, потом начал быстрее, а потом как молния. Ты псих, ты псих. Так, о, кстати, прикольно, аниматроник вот этот возьму. Куда идем? Тупой, нормально. А вот в это измерение, Димас. О, это измерение Зен? Да. А чё мы туда не идем? Это измерение воды какой-то. Измерение W. Так, ты, Димас, что за собачка? Уходите! А, блин, закрыли дверь, ну ладно. Ну все уже. Середина ночи, да, мне кажется, Димон, или нет? О, вы успели. Молодцы, теперь пора хорошо, жестко. Хорошо. Я знаю один способ. Они справляются. Не-не-не, сейчас они не справятся, есть один способ. О, Димас, ты им там энергию отключишь. Ну зачем ты спойлеришь? Да они нас не слышат, у нас это разговор аниматроников между собой. У нас свой язык, понял? Пацаны, не видели тут охранников, не? Нет, не видели. Такие один в черном плаще, один такой, как дурачок. Нет. А у тебя черный плащ, ты не он? Нет, я его съел. А ты одел его черный плащ? Да. Он а не какой нравится. У нас секретный пароль между аниматрониками? Мочите его, предатель! Нет. Да. Мочи его. Так, теперь ты секретная... Это тоже охранник, Димон, мочи, помогай! Давай. Да бегу. Вот он. Ого! Я... А! Меня бьют, Дима! Лазерный мечом по жопе! Что ты? Пошел вон отсюда! Да как, Димон, помогай! Я не могу! Не могу. Ай-яй-яй-яй, уже считай полжизни! Я не могу выбраться! Серега, умри! На!
Кэт Макса мечом убил. Лека меня. А, как убежать? Я вырвался. Откройте дверь. Я сейчас тут Дима спрятался. Я убегаю. Понял. Фу. Макс, открой, электричество скоро закончится. Так, надо посерьезнее взять. Так. Серега, что это у тебя за красный ерор какой-нибудь? Давай что-то другое. До свидания. А вы чё шкатулку не завели? А у нас это FNAF первый, нет? В нашей серии есть шкатулка. Они, Дима, успели. Я, короче, стал напротив двери, ну, открытый. Они успели. Макс, у меня есть идея, когда электричество закончится. И что за идея? А есть сфера в FNAF и Мангл. В нашей части все есть. В нашей, да, у нас тут это все аниматроники. Не-не-не, это очень жесткий мужик. Макс, я тебя догоняю, смотри. Сейчас я возьму кого-нибудь. Ты стоишь на одном месте, я тебя догоняю. Ты очень быстрый мужик. Это ты звук этот конченый опять издаешь? Да. Телевизор сломанный, да? Это такой. Есть секретный пароль, надо вот так проскрипеть. Ага. Надо вот так вот уметь, да. Вот такие. Если они не умеют, то все. Уже 5 часов, ребята. 5 часов уже? А да. Чё могу исчезать? А у вас двери закрыты, 2, и как вы выживаете? Черт. Нет, вот одно сейчас было закрыто. А нет. А, нет. Серёга меня видел, то, что тут за углом стою. О, нет. Страшно. Опа. Услышал, да? Кто-то прибежал. Я. Так я стою возле двери, я не буду нападать. Так, уже скоро 6 часов, а это значит... Фокси побежал. Я обманул. Это же 4-я ночь, тут все жестко очень. Диман, молодец. Я вас что, убил? Да. Ты какой-то псих, как ты это сделал? Я подбежал к двери, нажимаю хавать вас, а вы умираете. О, Диман, выходи на улицу, погуляем, тут дождь идет. А, тут улица есть, давай. Да, вылетай. Я тебя с веселой походкой бегу, ты меня сразу видишь. Да-да, как дурачок, я вижу. О, а что такая пиццерия маленькая? О, там же мужик лежит, давай еще покажем этого мужика. Ну, давай. Что там с мужиком? А он смотрит в окно, отдыхает. Это мы его скушали, наверное, да? Ну, не знаю. А прикинь, напротив пиццерии с аниматрониками жить, и ты все время видишь, что там. Ну, так он и умер из-за этого, его убили, то, что он все смотрел. Ну да, наблюдателей не любим мы. Мы его скушали. Не так, Димон, конечно. Два надо одновременно напасть с двух сторон. Ты слева, я справа. Они застроились! А чем? О, я могу ломать их, не эти калитки. Энергия села, Димон! Димон, я чекаю калитку, я никого не пущу. О, они тут эти, Fortnite. О, Фредди бежит. Привет! Фредди, а куда тебе, а зачем тебе сюда? А я в кухне. Так. Покушаем его. А он неправильный пароль сказал. Он сказал какой-то скрежет. Что за пароль? Ну да, ничего-то не то. Но никого не пускаем. О, что-то скрипит. У него ноги как будто не подлежат его, короче, понял? От первого лица буду играть, так лучше понюхаю, видно. Понюхаю. О, Фредди еще один идет. Понюхаю, это Фредди, только он наш. Но он от нас что-то убегает, какой-то странный. Фредди, не знаю, да, он странный. Опа. Да, смотри. Опа, это спалился, он это... Есть. Очень много поддельных Фредди, ты заметил? Фейковых, надо как-то проверять всех. Я в основном, знаешь, только Фредди поддельный, остальные все нормальные. Ого. А, то на улице гром гремит. Так, тут братишка мой ходит, стоит. Я пошел дальше. Опа. О, всё. Еще один привет, Фредди. Привет. Привет, миссис Чика. О, фантайм Фредди. Как ваше здоровье? Хорошечно. Ну что, Димас, мы кто? Мы победили? Все, давайте, пацаны, выиграет сильнейший аниматроник. А кто проиграет, тот слабый аниматроник. Одного уже съел, Димас, я. Одного уже сожрал. Понял. Ого. Еще одного сожрали. А, ладно. Блин, да я испугался. Ехи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.